Ребят, пришли мы в номер, посмотрите на меня. Я тупо рак красный. Короче, мы только что узнавали, наша знакомая сказала, что есть тут хороший пляж на Ама Бэй. Да? Да. Вот, так что мы завтра, наверное, туда отправимся. В общем, такси стоит $5, потому что далеко ехать, но она предлагает поехать на маршрутке. Говорит, будет стоить 30 центов. Короче, $1 будет вообще за 3 человека. А говорит, что они по прямой дороге останавливаются, такие синие, да? Ну да. Обычные синие маршрутки. Сынок, а? У нас время, деньги. Зачем далеко ехать, если... Там можно будет нормально поплавать. Поваляюсь. А? Там можно будет нормально поплавать. То это недалеко. Не будет глубина такая? Не, будете заходить нормально, постепенно. 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 Хочешь, себе зашла по пояс. Да, а то я... А бракушки вон все колени себе пощупала. Ты упала там, сбила колено, ну ты даешь. Нет, бракушки, на маршрутке попробуем, да. Да. Ну, говорит, да. Не бойтесь, зашли себе уверенно, все, сказали ему, на Мабей и все. Обычная городская маршрутка? Да, да. Капец, у тебя так шрам покраснел. Ну так, подгорел же. Так что, куда мы сейчас пойдем? Ну пошли в бассейн. Пошли. На этот? Да. В бар пошли. Или в бар пойдем по-любому. На этот басик пойдем? Конечно, давайте наверх. Наверх? Давай наверх. Солнце. Хотя уже слабое солнце. Слабое. Знаете, что буквально еще сколько? Час или сколько? Я спрячусь. Буквально часик и все, и солнца не будет. Ну, там бассейн с подогревом. Пошли в бар, а потом да. Пойдем. А я еще хочу сказать, море вообще кипяток. Ну не совсем, я когда заходил, я когда уже зарел, да, у меня уже была... Да, футболки. Так что, тогда я не эту, тогда я одену такую, которую не жалко. Правильно? Ну да. Ну типа та новенькая. А у меня тоже животик, потому что я был. Сгорел, да? Как-то подгорело. Ну все, я готов. Сейчас тогда пойдем на барчик. Да. Подзаправимся. Так что нам надо? Полотенце получим? Получим. Карточки берем. Тебе тоже не надо. Все. Ну, давай, Соня. А Соня, ты собралась? Да. Я ты еще переоденешься, да? Ну, давай. Ну, на море мне понравилось, что вода соленая. Такой воды соленой я еще нигде не видела. Ну, так. Это набираю в рот воды, а она просто губы обжигает. Ну, да. Так я от радости горло полоскала. Говорю, это моей сестричке надо на таком море побывать. У нее она певица, и у нее связки и горло болит. Так она... Говорит, все время проблемы с горлом. Так вот это, кто поет, тут... Что, вы телевизор не смотрите? Нет. Смотрите, тут же есть расписание каналов. Вот. А вот, тут есть все каналы, которые... А зачем Допустим, так что там есть 2 плюс 2. Нет, что не наши, смотрите. 2 плюс 2. Это у нас такое, да. То надо будет это... Ну, вечером включайте. Ну, мы не будем смотреть, мы будем в бассейне. Нет, да я говорю просто, вечерком себе легли. Вечерком. Вот так вот. Опа! И смотрим. И смотрите, да. Мы на Египет вечерний смотрим, выходим туда, в Игоря. Ну да, там красиво. На Египет. Вчера допоздна там. А с самолета, сынок, такие горы видела. Ох, а тот сынок не видел. Да, а я не видел. Я же тоже проснулся. Как только солнце начало лупить в окно, я сразу же все начал видеть. Я уже в новых тапочках. Видишь, какие балеты. Да, порвались те. Балеты. Ага. Надо резиновые одевать или просто вот эти китайские, что у нас. Угу. А потому что мощные. Море уносит. Ну а да. У меня эти шлюпки стащила и потащила. Да, я стащила. А потом все равно разрывала. Ну потому что вырвала, в море, когда ходишь на мелкой воде, понятно, да. Что оно вырывает. Надо покупать специальные тапочки. Не вот такие, вот эти вот вырываются. Да. А коралловки. Они такие типа пластмассовые. Да. Так... Ой, да такое. Ну, буду знать, какие. У меня там дома есть такие китайские хорошие тапки. Чем вас угостить? Ничем не надо. У нас еще апельсины есть. Да. Водички могу налить. А там на базаре продавали вот такое манго. А мы купим, поедем. Есть, короче, магазин называется Mango Market, и там уже фиксированная цена. Потому что на вот этих вот всех точках они будут нас дурить. А мы приедем в магазин, это самый дешевый, я уже узнал. Приедем, и там не только манго, там много чего можно будет взять.
А ты знаешь, меня удивило. А везти можно? Везти можно хоть чемодан. Они молодцы, что тут еще и эта манха продают. Там ты видел, какая бабуля с палочкой? Где? Еле ходила на пляже. В маршрутку залазит. Где? Ну вот, мы ехали с моря. Бабушка с палочкой. Она же не пойдет по маркетах. Она на пляже себе купит манго и съест. Ну да. Она в маршрутку залазит. Он говорит, нету места уже. Она с палочкой. Он говорит, стоячих вообще не беру. Там кто-то... Ну там тоже 8 мест. Как-то вот эти маршрутки тоже так себе. Ну уже пускали. Там пускали бы автобусы, а то там 8 мест, все чуть ли не дерутся за то место. Так я еще удивилась с маленькими детьми, сколько на пляже. Я говорю, боже, а детей на такое море вести самолетами так далеко. Она говорит, лечимся. Все вымываем. Ну да. А вода солёная. Конечно, так копить. Это одно из лучших морей, оно полезное. Да. Плюс вот эти вот виды. Я сразу горлышко пополоскала морской водой, класс. Все гаймориты лечатся. Да, а не только гаймориты. Вот это ж такая соль, что я ноги высохли, а у меня на ногах вот так все белое солью покрыто. Это у кого грибковые заболевания, но у меня, слава богу, такого нет. А, так это соль. Грибок не вылечит уже, если он есть, то уже. Здрасте! Постоянно солевые ванны надо и мыло хозяйственное. И все, и не будет. У меня только мозоли были, потому что любила такую тесную обувь одевать. У меня уже ничего, вода все лечит, ничего не болит. Да. Ой, не, я с моря не вылазила, даже не загорала. Все время в воде. Может, у меня правая нога уже вылечится? А что с ней? У меня она терпнет. Я вот это в море лежу, она мне массажирует такие волны. А что она у тебя терпнет? Сходи к врачу. У тебя нога терпнет. Она месяц у меня уже. Ну и что? А что мне врач? Ну, поболит, да и перестанет. А что мне врач? Ну, поправит или что? Откуда она знает, что у меня болит? Болит, да и все. Как у многих. Болит, да и перестанет. Фух. Температура поднялась. У тебя? Да вы тоже, я смотрю, тетя Лена тоже красная. Ты, да, ты знаешь, понтонула чуть-чуть уже. Ага. А ты вообще что, Никара? Ты же вроде сгорела. Я не сгорела, а я сгорела. Спина загоревшая. Ты посмотри, на лице ничего. Да? На лице ничего, да. Так я в море валяла. А, ну потому что она на животе лежала. Я же вот так вот лежала. И вот так лежала. И коленями как начали волны. И меня по этих ракушнику, по этому, как терка. Я завтра если на море, так я футболку одеваю. Ну правильно, я тоже, я только футболки буду купаться. Посмотри, да. Как по терке мои колени поехали. Я же на глубину боялась идти, потому что там резко 20 метров глубины. Вот тут туда. Как зашла, у меня такой страх сразу. Все надо вообще не видно. Ты готова? Все. Не привыкла все. В таких глубинах купаться. Что, берем тогда все, да и пошли. Да. Ой, так мы на завтра тогда полотенцами будем давать-то, если поедем на то море. То есть на море. Да, да, можно засунуть их в сумку и все. И так с ними ездить. Я видела в маршрутке куме, говорю, смотри, она и не сдавала полотенце, ездит с ним, а в конце уже сдал. А я не знаю, где карточки. Ты брал? Не, не брал. А деньги? Есть? Ну, все, тогда погнали. Ну, лучше сдавать то полотенце, чтобы не носиться с ним. Решили мы, в общем, пойти на крышу, вот туда вот. Я буду купаться в футболке, потому что, ну, капец, я красный, как рак. И также там можно получить полотенце, плюс есть бар. Он работает всего лишь час. Я думаю, что нам будет достаточно. Мы сейчас чуть-чуть выпьем и все. Пешком пойдем? Пошли. Вот мы и на крыше, да? Ого, опача. Ого. Так что на бар может сначала? Или как? Ой, я ничего не вижу. Ну да. Что, пошлите? По 100 грамм. На бок. Да. А тут же это. Что? Тут кофе нету, не есть. Ты кофе хочешь? Есть кофе. Посмотрим, что там есть. Короче, вечером вот тут вот проходит мероприятие. Танцы, шманцы и иностранцы. А мы сидели вчера вот там вот. За последним столиком. Правда, люди мокрые садятся и диваны потом. Все мокрые. Что тут есть? Коктейльчики. Ватные. Так. Еще часик работает.
А? Сегодня. Водочки. Водочки. Для храбрости. Там бассейн, да? Этот холодный, можно и сюда пойти. А мы на... Я, в принципе, горю, могу здесь покупаться. У меня все печет. Давай сюда, то у меня горит все. Я в горячем не смогу. А, вы тоже? А там что, горячий бассейн? Там? Да. Там горячий, а я и так весь кипяток. Мне надо охладиться. Тенек прячься. Я в воду сейчас, да. А мы будем что-то заказывать. Я возьму водочки. Кофе. А кофе? Ты можешь кофе с коньячком. Коньяка у них нет. Я только кофе хочу. Да? А если бы был шоколад? Шоколада нет. Ну, коктейли есть. Дистанция. А, вот, что тут включено, смотрите. И мелькато. Иль меркато. О, я пробовал коктейль там. Водка, ром, джин, текила, спрайт, лимон, ну, полемени. Там недавно, что это мама взяла? А, это тут ванилу. Короче, взяла коктейль, а он был безалкогольный. Понял? Три, я говорю, так водочки нам плесни. Повкуснее, чтобы было. Опа. Вот так вот такой тут барчик. Ты что будешь? Заказала. Кофе? Я что-то покрепче. Покрепче? А что? Это вот такого. Кофе, да? С банкомата. Автомата. С банкомата, да. Это вот это. Ананасовый. Ананасовый? Да. И подсолка, да, пожалуйста, ананасы. О, девушка, живчик. Ты на пляже бегал. Давайте на йогу с нами врываемся. О, спасибо. Да. Так, это, давайте сейчас это выпьем еще по одной. Я еще бегать буду постараться. Ну, наливай так вот это по 5 капель. А? Давай. Ты что? Ну, это такое, ты брал? Ты сейчас возьмем. Здоровья. Тут не дают полотенце, надо туда идти, вниз. Давай я схожу. Ну, нет, давайте нет, еще нет, по одному нет, и пошлите. Ой. А что не дают? Что, ты плаваешь? Я до дна не что? Достаю. Тут жарко. Так давай. И куда? Тут жарко. А куда пойдем? Может, вниз туда пойти? Туда к нам? Пошлите туда к нам. Спустились вниз, потому что тут нету солнца. Вот такой есть второй бассейн. Он, правда, без подогрева. И мама уже на чиле, на расслабоне. Я не достаю до пола. Да как это не достаешь? Не попробуй. Достаю, а ну-ка. Иди проверишь, на море. Сколько? Ну, ты будешь плавать? Не, вода не холодная? Сейчас пойду зайду. А где же там та глубина? Обалдеть! Что? Так обманчива лесенка, но тут чё? Действительно глубоко. А где там глубоко? Вот тут. А там? А ну пройди туда. Ого, давай. Холодно. Так ты с телефоном, ты сейчас телефон получишь. Как это? Где ж, вот. О. Да не, не глубоко. А где глубоко? Я стою. Ну. Ого. Ну, так ты тоже стоишь. Так что вот ты боишься? Вот это я стою. Ну, когда плыву, я не достаю. Ну. Ну, и тетя Лена будет стоять. И все, я поплыла. Класс. Ой, красота. Ты возьми телефон, замотай в пленку. Зачем? О, ну, вдруг, чтобы не намочил. Не намочу, а ты беруши одела? А? Беруши, я говорю, одела? Да. Но этот бассейн без подогрева. Какая ну, заходи, она нормально будет. Как раз сейчас-то хорошо охладился, сейчас уже супер. Надо, главное, зайти один раз. А? Вот я стою. Ну, давай. Да, тут, смотрите, тут помельче. Вот тут мелко. Давай, 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 заходи. Давайте, не бойтесь. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Оп. И пошла. Не, вы тут стоите, тут будете стоять. Тут не глубоко. Вот я стою, мне вот так вот. А вот, 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 иди сюда. Тут, тут помельче еще. Что? Холодно, да?
не будет с головой. Это холодно, причем. Вот. Все. Все, заходите. Все, красота. Соня, обалдеть. Одиночка, класс. Итак, ты стоишь, вот. Соня? Да. Обалдеть. Чуть ли не забыли палочку. Так а что ты не взяла? У тебя же палка. Сынок, ты не трогай. Ты выбегаешь. Что? Бомбой. Ой, я так реально освежился. У меня спина печет капец. Завтра буду в футболке купаться по-любому. А, сегодня, кстати, нам сверху этот бармен рассказал про другой пляж. И он показал мне видео из ТикТока. Там офигенный риф, и плюс можно спокойно зайти. А ты понял, как туда ехать или идти? Он вроде бы сказал, что это в старом городе. Надо посмотреть по карте. Да, посмотрим, где оно находится. Короче, я так понял, что тут вообще рифов вот таких топовых много. Мне уже столько разных вариантов предложили, что я даже не знаю, куда нам идти, да? Да. Ну тут так вода такая освежающая. Тетя Лен, идите сюда. Зал работает, только я не знаю, там записываться, видишь, там кто-то есть. Не знаю. Ты сейчас пойдешь? Нет. Мокрый? Не, я бы пошел позанимался. А у тебя форма есть? В смысле форма? Ну, там спортивное что-то. Ну, я кроссовки свои, обувь помою, да, и пойду заниматься. Да? Ну, а что там? А, там штанги даже есть? Да. Ага. Дорожки все есть. А я типа переплыла. Можно положить? Чё? А, да? Нет, я тут. Ну да. Давайте забег. Мамы, сына и Сони. На равных стоит. Да. В общем, короче, у нас сейчас забег, кто проигрывает, тот идет в шоу. Давайте кто-то задает. Ничего, все. Не-не-не-не-не. Давайте, короче, кто проигрывает, тот идет на бар и нам несут просто... по коктейлю. Да, по коктейлю. Давай, на цыпочках стоит. Согласна? Давайте. Все, поехали. Давай. А ну. Раз, два, три. Они уже... Давай, быстрее. Я уже... Ну, ну, Света, Света, Соня, давайте вперед. О, Соня победила! Ура! 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 Я уже старый. Старенький, да. Да, ты старенький. Ага, вот так вот. О! Молодец у нас. Опа. Королем плыла. Королем? Королем. А брасом. Вот это разве брасом? Запыхался. Это полегуша. Хоркался, Серега, хоркался. А мама сидит тоже далеко плавает. Видишь? Плавает все-таки, просто глубину боится. А тут получается, чем дальше идти, то хватит чуть-чуть глубже и глубже. Соня уже и туда, и назад успела. Ого. Что? Это Соня, говорю, туда и обратно. Да? А, кто выиграл, тот идет на бар или кто проиграл? Я не услышала. Кто проиграл? Кто проиграл? Я еще вот так умею. Вот такая лягушка. Так я не выиграл, не проиграл, значит, кто-то из них идет. Ты?
Сережа, ты один у нас мужчина, так что ты, наверное. Так что мне идти, да? Да. Хорошо.